Следующее движение называется «Зонный дубль». Удар левой край в сторону. Выполняем его с положением головы. Переносим вес на левую ногу. Правая рука спускается вниз. Правая нога спускается в сторону. Зонный перетекает на правую ногу, открывается руками наружу. Раскрытое положение, запястье на уровне плечевого сустава. Закрываемся, растягиваем левую ногу. И выполняем удар в сторону, открываясь руками на левую сторону. Выбор возьмется одновременно в три конечности. Две руки и в ногу. Удар ногой выполняется таким образом, как будто нога у нас как ревка, на конце которой грузик в виде статуи. Посмотрите это же движение спереди. Плавно переносим вес на левую ногу. Правая нога в сторону. Правая нога вверх. Раскрывание на правую ногу. Закрывание, собираемся, сжимаем ноги, оттягиваем левую ногу, закрываем правую руку перед левой. И выполняем удар в сторону, ударяем двумя руками на грудь. Само движение с этой ноги может выполняться как на более низком уровне, на уровне колена, допустим, так и на более высоком уровне. То есть, если вы, допустим, не дали мне атаку, или не хотите сильно напрягаться при выполнении формы, хотите наоборот расслабиться, движение можно выполнять на уровне коленного сустава. Если вы уже хорошо размялись, то движение можно делать гораздо выше. То есть в более высокую сторону, или более высоко, по уровню примерно поясницы, вот таким образом. Руки и нога раскрываются вместе при ударе. А также точно это же движение рекомендуется тренировать по правую сторону, Точно так же выполняем удар, раскрывать сторону. Рекомендуется тренировать эту технику как в правую, так и в левую сторону, как, собственно говоря, все формы, как в правую, так и в левую сторону. Так как в бою вы будете наносить удары